Евгений Степанович, тема, которая началась не в феврале и получит свое продолжение еще и э, далеко за февраль, но в феврале первое экспертное обсуждение получили тезисы, выдвинутые президентом в качестве изменений в Конституцию. Впереди предстоит общенародное голосование по поправкам в основной закон страны. Вот, э, чтобы вы могли сказать тем людям, которые считают, что голосовать идти, в общем-то, и не обязательно, что, дескать, все и так выскажутся за, и все и так решиться без меня, то есть мне не обязательно идти. Все мы должны чувствовать, что мы не просто население, мы являемся гражданами нашей страны. А слово гражданин это включает в себя ответственный подход ко всему, что происходит вокруг и в целом стране. И каждый гражданин, я считаю, должен прийти и высказаться. Конституция, в которой значит, мы живем, она была принята принята в 1993 году. Значит, я уже тогда работал губернатором, тоже участвовал. Значит, и нас президент тогда еще Борис Николаевич Ельцин собирал там некоторых губернаторов и советовались, ну как вам Конституция? Ну, для того времени она, наверное, была неплохой. За это время страна у нас изменилась, новые реалии. И президент выдвинул эти новые реалии. Там Закладываются такие, значит, как новые социальные, по сути дела, стандарты, высокие социальные стандарты. Что здесь плохого? Закладываются, значит, новые, я бы сказал, понятия ценности семейного укрепления семьи. Что здесь плохого? Закладывается суверенизация нашей страны. Мы даже не то, что там торговлю вести должны по отчуждению территории, но даже не обсуждать, да, эту, даже не обсуждать эту тему ни на каком уровне. Страна наша неделима. Любое должностное лицо, но ну не любое, а те, которые высокого ранга, чиновники, они должны иметь гражданство только Российской Федерации, иметь недвижимость только в Российской Федерации, за рубежом ее не иметь. То есть это речь идет, в общем-то, и о суверенизации элиты нашей страны. И это, конечно, кому-то даже и не нравится. Это и выступать могут быть и, и против, или возбуждать значит, людей против этого. Но я считаю, что это очень правильное направление. Давно пора это сделать. Призываю всех белгородцев, граждан Российской Федерации, принять участие и поддержать. Значит, новую редакцию Конституции, которая, в общем-то, раскрывает перед нами новое пространство для развития страны, для рассвета на нашей страны, 22 апреля прийти и проголосовать.